Официально День молодежи в России празднуется 27 июня. Курганцы же отметили эту дату в минувшее воскресенье. Сегодня мы проводим мероприятие такое массовое не только в ЦПКО, у нас параллельно уже в Горсаду начались такие же массовые мероприятия. Я думаю, ребятам сегодня будет и очень интересно здесь побывать, посмотреть и даже принять участие. У нас сегодня будет проходить еще турнир по пляжному волейболу и по пляжному футболу. На главной площадке Центрального парка в торжественной обстановке наградили лучших представителей молодежи города. За высокую социальную ответственность и особый вклад в развитие молодежной политики была отмечена и корреспондент телекомпании «Регион 45». С Домом молодежи всегда очень приятно сотрудничать. Телекомпания «Регион 45» и сайт «Курган.ру», мы все дружно вместе принимаем участие в их проектах. И поэтому я очень сильно обрадовалась, когда Дом молодежи решил меня отметить. Это большая честь для меня. И вот грамоту обязательно повешу дома над кроватью, буду смотреть на нее и любоваться. И дальше сотрудничать с Курганским Домом молодежи. В аллеях парка работали площадки по разным направлениям. В частности, состоялась презентация работ прикладного творчества «Город мастеров» и работ молодых фотографов «Мгновение молодости». Помимо этого, активисты провели мастер-классы и спортивные соревнования. Участники праздника с радостью делились с окружающими своим хорошим настроением. Это день, когда ты можешь гордиться тем, что ты молод, бодр, весел и здоров. Праздничные мероприятия продлились до вечера. Организаторами Дня молодежи в этом году выступил Курганский Дом молодежи, Департамент социальной политики, администрация города. Анна Воинкова, Александр Киселев, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».